Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моей дочке 12 лет, начали с ней ссориться. Я дала ей пощечину, за это что очень переживаю. У нас были хорошие отношения с ней. Последнее время она со злостью на меня смотрит. Хочу с ней поговорить по душам, что ее тревожит, за что такая злость пошла на меня. Она молчит. При разговоре у нас пошли слезы, вот только мы обнялись и помирились. Хотя я говорил, она молчала, ни слова не говорит. Как войти в доверие к дочери? Молчит, значит, не доверяет? Ведь я все пойму и приму, как это объяснить. Она начала голос повышать на меня, когда смотрит такими злыми глазами. Очень больно на душе. Мы очень ранимы с ней. Я очень переживаю за нее. А, ну, вообще, если вот прямо, знаете, таким максимально простым языком говорить о том, что, на мой взгляд, происходит, то я бы, конечно, сказал бы следующее, что речь идет о так называемом механизме конфлюенции, вот, или слияния, как его иногда называют. То есть ощущение, что вам видится, ну вот ваша дочь, да, и ваши, как бы, с ней отношения вам видятся как нечто, что-то, единое целое. Хотя на самом деле ни вы, ни ваша дочь единым целым не являетесь. И чем старше становится ребенок, тем, в общем-то, активнее у него зреет эта позиция. Что я с мамой не единое целое. Что мы разные. Что есть я, а есть мама. И это не одно и то же. Хотите вы этого или нет? Понимаете, да? И вот этот момент очень важен. Момент личных границ. Мне кажется, что чрезмерно такая вот центрированность ваша на ребенке именно вот чрезмерная центрированность на нем и дает вам ощущение боли, когда оно зло смотрит, и вызывает агрессию, когда ребенок демонстрирует свои личные границы, которые у него будут появляться и расширяться с возрастом, это нормально. Вот. И, соответственно, как бы последующее чувство вины, потому что свои границы лично нарушаете еще и вы своим поведением. Вот. Своей реакцией. Дальше. Вы пишете о том, как, значит, войти в доверие дочери. Зачем? Вот буквально зачем, для чего входить в доверие к дочери? То есть это нужно в данном случае кому больше?
ну вот ходить в доверие. Это нужно больше вам или это нужно дочери? Вы давайте как-то вот, ну, честно смотреть на вещи. А вот. То есть, если это нужно дочери, ну окей, когда ей понадобится ваша поддержка, когда ей понадобится, когда вы ей понадобитесь, да, она, я думаю, даст вам знать об этом. Вам просто нужно быть рядом в этом смысле. И все. А вот. Если это нужно вам, то есть если, ну вот, доверие, нуждаетесь вы, то я думаю, что этот вопрос уже больше не про дочь. Я думаю, что это больше вопрос, касающийся, так скажем, организации вашей жизни и, ну, где-то наличие наличие, скажем так, пробуксовывание где-то. Вот, где-то вы пробуксовываете в, ну, вот непосредственно, да, в своей жизни. И это нужно смотреть. То есть ситуация сейчас выглядит так, как будто вы, ну, знаете, свою какую-то жизненную пустоту пытаетесь, значит, ну вот, компенсировать. Пытаетесь компенсировать дочерь. Вот это не, ну, не хорошо ни для вас, ни для нее. Вот. Понимаете? Из-за того, что вы находитесь с дочерью в конфлюенции, чересчур серьезно вами воспринимаются ее, ну, ее какие-то слова, ее какие-то поступки. Вот, то есть вы в этом смысле как будто бы воспринимаете ее уже на равных. А это не есть хорошо. Опять же. Потому что в любом случае дочь вам не равна. И она не доверяет вам, не доверяет вам именно потому, что в конфликте вот вы можете сорваться сейчас. Вот. Раньше у вас были хорошие отношения, когда дочь не была взрослой. Вот, сейчас она взрослеет и, в общем-то, меняется. И вам становится тяжелее, потому что она становится более независимой от вас. А вам нужно учиться жить для себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.
Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью, вам она пригодится.